Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на Samsung Galaxy M23 можно включить раздельный экран. Заходим с вами в любое приложение, которое хотим открыть на два экрана. Далее нажимаем «Открыть все приложения», то есть все открытые. Нажимаем на иконку, нажимаем «Запуск в режиме раздельного экрана». Так, давайте сделаем это еще раз. И выбираем приложение, которое хотим открыть во втором окошке. Давайте выберем, например, Chrome. И, как видите, теперь у нас открыто два приложения в двух окнах. Можем расширить одно либо другое, либо полностью смахнуть в одну либо в другую сторону, чтобы закрыть второе приложение. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!